Очередной шестой тур Мемориала Цишковского, Акваловы, Сочи. Главный секретарь этого турнира, добрый добрый день. Как успехи в турнире? Турнир в самом разгаре идет. И не ясно, и трудно сказать даже, кто будет на первом месте. Рубка идет очень серьезная. Ну и еще впереди у нас три тура, кроме этого. Кстати, и молодежь показывает неплохие результаты. И качество игры самое главное. Маленькие, до 9 лет ребят играют, несколько человек. У вас качество игры колоссально подготовлены. Видят доску, все видят. Ну, эти ребята выучили дебюты хорошо. Они же будут у вас и на Южном федеральном округе играть в ноябре месяце. Или это другие ребята? Ну, это, во-первых, турнир здесь открытый. Здесь не только Южный федеральный округ играет, здесь играет вся страна. Ну, понятно, да. Южный федеральный округ в ноябре месяце.
Сколько у вас примерно человек собирается? Детский турнир по прошлому году было 350 человек. Ну, это один это из... детей только, по всем возрастам. Это один из крупнейших, получается, турниров вообще среди федеральных округов, если не самый крупный. Ну, прилично, скажем так. Прилично. Понятно, ну ладно, буду продолжать следить.